Добрый день, дорогие друзья. Jabon Prime. Хотел представить вашему вниманию. Ну вот, собственно, новые насадки выглядят вот так вот. Здесь кнопки стали менее тугими. Вот, но самое главное, конечно, это возможность сменить переднюю панель. Будь у вас возникнет такое желание. Правда, там не все так просто с панелями, потому что, насколько я понимаю, продавцы будут предлагать ту или панель вам, когда вы будете только покупать устройство. Ну, вот можно посмотреть, как здесь все выглядит внутри. Ну, там достаточно аккуратно выглядит. Панели. Черная. Серая. Это желтая и фиолетовая, по-моему, просто дальтонизм, розовая, даже такая красная, скорее какая-то ярко зеленая, еще одна черная. То есть подбор цветов, в принципе, очень даже неплохой для девочек, для мальчиков, для кого угодно. Вот ставится панель легко. Ну, то есть, вот, допустим, давайте возьмем красненькую, поставим. Так. Ставится панель легко. Легко, да нелегко. Во всем нужна сноровка, повадка, тренировка. Ну, вот, соответственно, как-то так. Черный низ, красный верх, красивое сочетание. На мой взгляд, понравится девушкам. Группа контактов осталась прежней. Вот эта новая, соответственно, насадка. У Jabon 2 таких не было. Она позволяет носить гарнитуру без дужки. Вот, и дужка немножко изменилась. Но там, в принципе, ничего особого, в обзоре посмотрите. Вот из того, что здесь есть, лично мне, ну, конечно, нравится черная. Но нравится, вот, например, еще и такой вот вариант. Поскольку я Prime активно использую в жизни, то мне приятно, что можно так просто изменить внешний вид данного устройства. Вот, что я вам хотел рассказать про эти насадки. Интересно, что ни в одном обзоре Prime из тех, что я видел, про вот эту деталь гарнитуры особо не рассказывали. Так что, в общем, ну, эксклюзивчик смешной, но, тем не менее, интересно.